Всем здравствуйте! Приветствую вас на моем канале «Мода и красота» 10 старомодных вещей, которых не должно быть в гардеробе женщины после 40 лет. Стиль одежды создан для того, чтобы женщина могла выглядеть красиво и модно. Не все предметы гардероба, представленные модельерами, могут подойти под ваш вкус. Благодаря большому количеству вариантов можно собрать идеальный лук. Помимо этого, существует 10 вещей, которые уже давно вышли из моды и только испортят ваш образ. Поэтому при выборе одежды стоит опираться на свой вкус, модные тенденции и также избегать старомодных вещей. Первое. Не покупать дешевые бренды. Если бюджет не позволяет приобретать дорогие вещи, то лучше подкопить и купить одну, но самую лучшую и стильную у проверенного и качественного бренда. Второе. Забыть про дешевую обувь. Дешевую обувь видно сразу. Она будет иметь неровный край, складки и прочее, а также быстро придет в негодность. Третье. Забудьте про дешевые сумки. Излишний декор на сумке будет смотреться аляписто и дешево. Лучше выбрать лаконичный и однотонный вариант аксессуара. Четвертое. Туфли Рикер. Такие туфли похожи на обувь вашей бабушки, которая любила удобство и не думала о красоте. Зачем вам увеличивать свой возраст, делая ставку на комфортность? Пятое. Кофты и кардиганы. Вязаные вещи популярны в нынешнем сезоне. Но стоит обратить внимание на технику и крой такого предмета гардероба. Слишком крупная вязка или рисунок с обилием дырочек будет смотреться старомодно и неинтересно. Шестое. Классические черные туфли не носите с платьями. Сочетание классических черных туфлей с брюками будет более гармонично выглядеть, чем если обувь сочетать с традиционным черным платьем. Седьмое. Не носите с длинными юбками длинные топы, блузы и жакеты. Идеальные пропорции фигуры нужно подчеркивать, а не скрывать за длинными блузами и юбками прямого кроя. Восьмое. Не носите юбки до середины икры, так как добавите себе старомодности. Высокие женщины могут позволить себе такую длину юбки, но если вы не отличаетесь большим ростом, то образ явно вас состарит. Девятое. Скажите «нет» круглым бусам. Круглые бусы в виде бижутерии дешево и точно не модно. Такой вид украшения можно использовать в стиле «Леди Лайк» и только выполненные из жемчуга. И последнее, десятое. Не покупайте дешевое платье с ярким безумным принтом. Яркий принт не всегда может подойти к вашему образу, особенно если качество материала явно страдает.